Ивановца подозревают в экстремизме. В отношении жителей областного центра возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации». Фигурант дела являлся членом межрегионального общественного объединения «Духовно-родовая держава Русь», которое в апреле 2011 по решению Московского областного суда признано запрещенной. Установлено, что подозреваемый пропагандировал идеологию организации среди жителей нашего региона. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий у подозреваемого изъяты предметы, запрещенные к свободному обороту. Максимальное наказание по соответствующей статье Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.